Добрый вечер. Начинаем пресс-конференцию. Представлю Олег Валерьевич Знарок, главный тренер хоккейного клуба «Спартак» Москва, и Владимир Самохин, пресс-секретарь хоккейного клуба «Спартак». Пожалуйста, Олег Валерьевич, ваш комментарий по матчу, и дальше вопросы модерируют. Ну, у нас с победой. Хорошая игра была, тяжелая, хорошая команда «Динамо». Поэтому нам вдвойне радостно. Ну, если вопросы будете задавать, то отвечу. Спасибо. Коллеги, пожалуйста, ваши вопросы. Представляйтесь, пожалуйста, и мы готовы ответить. Олег Валерьевич, Михаил Зисли, «Спортэкспресс». Во-первых, с победой вас. Да. Во-вторых, здравствуйте, Миша. Чувствуете, что, да, что команда все-таки выдерживает уже больше? Вот сегодня провели хорошо первый период, и в третьем были отрезки, когда не хватало именно движения, физической готовности, чтобы выдерживать целую игру. Ну, если бы еще во втором поменьше удалялись, было бы вообще хорошо. А так, ну, надеюсь, что у нас улучшается физическое состояние. Но до оптимального это очень далеко. Следующий вопрос, пожалуйста. Коллеги, есть еще вопросы? Да, Олег Валерьевич, можно вопрос? Чемпионат Компа, Анашев Павел. Я хотел задать вопрос вам по поводу гола Димы Вишневского в меньшинстве. Все-таки согласны, что это, наверное, был переломный момент в матче, и команда так сразу взбодрилась, повеселела? И ну, итоге, я вам скажу, что... Ну, как ключевой... Что значит ключевой? Ну, ключевой, наверное, был, когда мы повели в счете. А так, мы давно не забивали... При игре 5 в 5, ну вот, забили вчетвером. Тоже неплохо. Следующий вопрос, пожалуйста. Ждем. Есть еще вопросы? Спасибо большое. Спасибо. До свидания. Спасибо. С прошлым годом. Видно, что не только голы забиваете, но играете гораздо острее. С чем это связываете? Там столько времени его стали уделять? Ну, просто виден прогресс очень. Ну, мы этим занимаемся. Мы, так как у нас мы не могли заниматься физическими нагрузками на сборах, мы уделяли большинству немало времени. Спасибо. Спасибо большое всем. Спасибо.